несколько тысяч лет у него было, чтобы посмотреть. Ходит, если хочешь. Не хочу. Если они все просчитали, они... Как я появился? Это ты не знаешь, как ты появился. Прилетел. Значит, они не все посчитали. Прилетел какого-то черта, кто тебя сюда звал. И бегал бы по дальним галактикам, хвосты подчищал. Ну вот я здесь сюда пришел хвост почистить. Ты голову отрубить пришел, а не хвост почистить. Называй вещи своими именами. Гаспер, кто тебе разрешил нерожденных-то есть? Сколько съел? Они нерожденные, не тебе спрашивать. Кто мне запретил? Я? Нет, это было раньше, когда я первый раз кушал. А когда ты первый раз кушал? Лет 15 назад. Я уже был тут. Ничего не запретил, ты же не видел. Ты не видел, это твои проблемы. Почему я должен под тебя подстраиваться? Логично. Ждать, когда ты увидишь и запретишь, или не это твое дело. Следил бы, раз пришел. Оп, теперь начал. Нельзя больше есть. Да, уже нечем. Нечем-то. И нечем. Еще такие, как он есть? Если ты думаешь, что он не переродится, ты не прав. Он говорит, что он переродится. Он говорит, что душу ты его не уничтожил, и тени ее не утащит. Да? А где его душа? То, что ты растер, это была не душа, это была искусственная субстанция. Хорошо. А душа где-то отдельно твоя... Не знаю где. Я понял, фу. Слишком залез у меня, Илья, подожди минуточку. Хорошо. А вот чё ж он так лезет? Да скушает его кусок. Не всё ему жрать. Такое впечатление, что он внутри меня был. Фу. Угу. Он выжить пытался. Да. Каспер из Швейцарии. Кот, который есть мышек и нерождённых детей. Который смог то, чего не смог ни один масон. Потому что он съел много-много детей нерожденных. Нерожденных. А что он смог? Влезть и взломать меня. Почти удалось. Смотри, что он сделал и зачем. Смотри, как он в тебя влазил-то из последних. Агония. Перекатка. Угу. Там еще есть чем поговорить? Только я его больше пускать не буду, я буду говорить с ним, хорошо? Естественно. Я думал, ты так и делаешь, что ты в себя-то всех пускаешь. Только когда это черт, я теперь... Да, только черти. Ладно. Только одного черта и одного его. Пока сознание растворилось. Давай попробуем. Угу. Там, где он спроси, там, где он переродиться хочет, думает, что будет рой или что? Подожди, как его зовут? Как его позвать? Гаспер. А. Лысый кот. Самый крутой Гаспер. Рой. Фамилия-то есть какая-нибудь?
Жене идет фамилия. Да, там, где он хочет переродиться, есть рой. И будет рой, и есть рой. Это где? Это здесь. Почему он думает, что здесь будет рой, допустим, через некоторое время? 10, Через 15. через 270 лет. Почему он так думает? Какое-то время он побудет где-то. Рой? Ну, Каспер о себе говорит. Угу. А почему он думает, что рой будет через 270 лет? Он это знает. Он это видел. Он Себе он всем мир. верит. Это вероятное будущее. Пусть сейчас посмотрит. Будущее изменилось. Говорит, еще нет. Меняется. Все законы Тора меняются. Он это чувствует, он знает. И он будет стерт на уровне информации души. Полное забвение. На уровне кода. Пусть проверит. И скажет всем остальным. Стирание идет независимо ни от чего. Ничто не может отменить предыдущее. Пусть посмотрит и расскажет. Ну, это автоматом. Он часть Роя увидит. Я приказываю ему смотреть. Покажи ему 2А. Новый Тор. Стирание. Какое-то одно условие ты не выполнил, Илья, и поэтому еще возможно переиграть. А какое условие, он тебе говорить не будет. Я доработал. Он не хочет говорить, он как и считает. Угу. Но Рой увидел. Все, что мы хотели увидеть. Чтоб он увидел. Деструкторам покажи. Воякам всем подарком. Пусть через него. Вот он испаряется, и в эту трубу пусть заходит в Рой. Все. Зубастики. Внутрь. У нас же тоже есть котики, да? Угу. Котиков запустить в рой от имени котика. Чего синие скажут? Какое условие еще? Они Мы не его знают, не они не закрыли. знают, Илья. Пусть залезут в его сознание и посмотрят, как он это видел. Он не знал, какое условие, он просто знал, Блеф что он просто. один. Ага. Или блеф. Материализовал. Хорошо.